Здравствуйте, здравствуйте, ребята. Я не знаю, с чего начать. Я понимаю, давно уже не выходили видео, и как бы я немножечко отвык от этой всей движухи, такой типа, видос, а чё, как его записывать? Я даже, понимаете, у меня даже... А не, ну хромакей вроде бы нормально работает. Ладно, ладно, давай. Короче, мы давно с вами не виделись, потому требую от вас лайк. Потому что сегодня видео у нас непростое, непростой роллинг, 350 тысяч самоцветов. Наконец-то я поборол свою лень, я с ней боролся до невозможности, и теперь выходят видео. Не знаю, как они будут выходить часто, но они выходят. Ну, точнее, сейчас выходит, выйдет. Выйдет. Короче, ладно, у нас это видео будет долгое, потому не надо нам расслабляться. Нахожусь на аккаунте игрока под ником Лео, Леонид. Вот, он находится в гильдии, в свою очередь, под названием... Лодыри, да, ребят? А, как вам такое? Далее, что хотелось бы сказать. Хотите, чтобы я вам сделал роллинг? Пожалуйста, от 60 тысяч самоцветов. Ссылка на заявки на роллинг находится в описании. Далее, что еще хотелось бы отметить? 350 тысяч гребаных самоцветов. 350 тысяч. Как? Ладно, окей, и давай сразу не будем тянуть. Вообще, знаешь, тут выходили обновления, вот это все, я думал, ну, там что-нибудь запишу, а что думаю, запишу, я не слежу. Короче, все в эпиках, все в эпиках, и, короче, сегодня будем ролить эпики. Не знаю, ох ты, ёб твою, посмотри, зал эмблем, купить предметы, сука, изменили. Ну, места есть, еще целая куча. Ништяков, я не буду, наверное, их все открывать, потому что, опять же, видео будет очень долгим, но что-то мы откроем сейчас, я уже отвык, ребят, знаете, как там в игру на своем основном аккаунте не заходило, 18 дней, вроде, блядь, 18 дней, ебать, ладно, но надо, окей, же у нас получается, эти все есть, кого нету, да, вроде новую героиню он писал, что выбил, но в любом случае, да, нужны повторки, вот это вот все, 350 тысяч самоцветов на героев, ёб твою дивизию, ну, смотри, просто тупо одного героя не хватает, понимаешь, просто тупо одного героя не хватает, звездного боксера. И новая героиня, да, уже выпадала подписчику, но, опять же, нужны повторки, давай, полетели. Давай, не знаю. Сейчас просто ни в чем себе не отказываем. Берсерк, фиолетовое свечение нам уже давным-давно неинтересно. Призывательница, окей. Ворожей. Слушай, а он выпадет этот новый герой, а я даже не пойму, потому что для меня сейчас тут половина героев, они новые. Нужно, вот, звездный боксер, короче, вот это вот чудо, одноглазое чудо, блядь. Жопу на лицо поместили, и все, и давай выбивай. Сейчас мы, знаешь, что посмотрим? Вот. Ракшаса, ёптая, звездный боксер, Ракшаса. Окей, ну Вермильона я еще помню, я что-то там с ним сталкивался, но Ракшаса, Ракшаса, ёптая, Ракшаса. Ладно, Ракшаса выбит, а вот звездный боксер, блин, не выбит. А как он будет при эволюции? Ох ты, боже, блин, чуть не блеванул. Короче, одноглазое чудовище ищем, должно выпасть за 350 тысяч самоцветов. Ну вот, ребят, пожалуйста, лайки там проставьте, напишите по комментарии. Я признаюсь честно, мне это надо для продвижения видео. Видосы на канале не очень давно не выходили, плюс это видео, наверное, выйдет ночью, там у просмотров ни хера не будет, как бы вообще все против меня, вот, по этой причине жду от вас, пожалуйста, невероятной, скажем так, активности в комментариях, я не знаю, хотите в комментариях, можете там рассказывать любые там анекдоты, что угодно, просто Ctrl-C, Ctrl-V, просто кому не безразлична судьба моего канала. Кто хочет как-то меня промотивировать, вот, пилить видосянские, пожалуйста, ребятушки, помогите. Я вас не так часто прошу, хотя нет, я вас часто прошу. Но вообще в последнее время, как бы, меня на канале не было, да, потому я вас не так часто просил что-то сделать. Еще лучше, знаете, что сделать? Подпишитесь, вот, отписываться и подписаться просить не буду, потому что я не знаю, как это работает, но вижу сейчас одно, то, что эпики-то ни хера не падают, вроде только один эпик выпал, да? Короче, жесть какая-то, да, и вроде бы 350 тысяч самоцветов, я как бы... О, призывательница, второй раз, если не ошибаюсь, выпадает, да? Короче, надо что-то сделать, чтобы на этом видосе были просмотры. Потрошитель, это третий эпик. Колос, четвертый эпик, окей. Но мы ждем это одноглазое чудовище, да, потому что это единственный герой недостающий. И, по сути, если... Ежели...
Да, инквизитор какой-то там выпал, но это вроде не он. Короче, призывательница уже который раз падает. Секач наше все. Галантный андроид, здравствуйте. Добро пожаловать. Вот, не знаю, что я хотел вам рассказать, ребятушки. Ну, вы усаживайтесь поудобнее. Мы уже потратили 50 тысяч самоцветов, и как бы я... Жрица воды. Я как бы не сказал бы, что результат какой-то, знаешь, типа такой, оу, хороший, замечательный результат. Нет, нет, ребятушки, что-то как-то пока что... Как-то, знаешь, тенденция выпадающих эпиков, количество выпадающих эпиков, я вам скажу, мне непонятно и мне не нравится. Потому что, знаешь, рандом такой, типа, ой, у него тут дохера самоцветов, вот давай-ка мы ему нихера давать не будем, а если будем давать, то только ненужных героев. А знаете, как трудно сейчас, даже вот 350 тысяч самоцветов, казалось бы, что у меня майки вот так вот смяты, давайте подтянусь, ну, типа, подтяну майку, типа, я такой подтянутый, хотя нет, я, блин, я нахуй разжирел. Так, ладно, стрелок, шаман, давай, ёпта. Короче, дело к ночи, ёб твою! Бля, какая же я ленивая задница, а? Ну, и вы напишите в комментариях. Вот, если вдруг не подписаны, подпишитесь. Вот это я вас, да, попрошу. Это было бы классно. Колос уже второй раз падает. Мисс Магия, кстати, тоже не так часто выпадает. Но, оп-оп, вот оно. Я как бы, понимаешь, я пропустил те два эпика, что выпали. Сейчас вот этот звездный боксер выпал. Окей, а вот те два, вот что там за два героя выпали до него, можете написать в комментариях. Слушай, ну, по крайней мере, хотя бы, знаешь, типа, дикарка, окей. Хотя бы, знаешь, я уже буду отдавать, о, королева мумий, я буду отдавать аккаунт обратно и скажу такой, я его выбил, у тебя есть все герои. Было бы реально обидно потратить 350 тысяч самов. Блять, я как-то очень быстро ролю, я снова пропустил того, кого я выбил. Было бы обидно, знаешь, что было бы обидно вообще, блядь, все нахер в нашей жизни, ребята, обидно. Так, вермильон. Окей. Вы вообще напишите, что, нормальные герои, ненормальные? Еще один, смотри. Ты знаешь, как, типа, выпадает один, и сразу начинают повторки лететь. Ну, уже одну повторку выловили. А вот той Роксаны, да, я так понимаю, или Роксары, Хироксары, что-то как-то не падает. Колос, вот Колоса повторки, да, ну, Фрости, окей. Мы уже потратили 100 тысяч самов, друзья. О, за 8 минут, хорошо идем, прям замечательно. Прям вообще огонь. Атлантикор, Пандарус-Рушитель, Анубис, Тритон, давай... Ой, Тесса, Афина, Бог Грома, Циклоп, Палач, Жрица Воды и все. Оли, там что нахуй, Потрошитель был? Я что-то пропустил этот момент. И вот как-то ролью, знаешь, вот как-то раньше, бля, вот никогда не забуду те времена, когда пиздец сидишь, короче, вот посмотрите какие-то старые видосы с роллингами, там совсем старые. И там вот у тебя, типа, тебе дают аккаунт на 20 тысяч самоцветов по ролю, такой, ебать, как много самоцветов. Видос наберет просмотров. И ты такой там сидишь, ролишь. И там, знаешь, вот так вот там. Вот примерно с такой вот скоростью. И такой, типа... О, я 450 ударил. Вау! Типа, эй, нихера себе, понимаешь? И как-то тогда уже, типа, там, 50 тысяч самоцветов. И ты такой, знаешь, тебе дают аккаунт. И такой думаешь, нихера там, чувак, донатер, блядь. А сейчас 350 тысяч самоцветов. Ты такой, ну, 350 тысяч самоцветов. Понимаете? Как-то, как бы, донатить в эту игру начали больше. И мы к донату чужому начали относиться проще. Потому что мир все-таки изменился, и многие люди понимают, что... Воу! Трипл килл. И люди понимают, что, да, кто-то тратит деньги на удовольствие. Для кого-то удовольствие — это купить, не знаю, бутылку дорогого коньяка. А для кого-то удовольствие... Галантный андроид. Выбить галантного андроида, вложив в игру там 350 тысяч самоцветов. То есть это, не знаю, 350 тысяч самов, это сколько? Это сколько это в деньгах, в рублях? А? Напишите. Тысяч 30, 40, 50, наверное. Расскажите мне, я что-то уже... Я уже не помню.
И даже если помню, ну, там, да, типа, сколько там стоит 20... Там у нас самая большая сумма с... Вермильон? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Вот это уже круто. Вот у нас там ты покупаешь максимум там 27-30 тысяч самов. Это стоит 4 тысячи рублей, по сути. Да, если не ошибаюсь. Ну, 350. Ну, это, блядь, под 50-ник. Да, под 50-ник. Под 50-ник косых рублей. Видите, это, знаешь... Для кого-то это несколько зарплат, для кого-то это одна зарплата, для кого-то это ползарплаты, но, тем не менее, это дохерища, дохерища, друзья. Вот так. Ой, продолжаем смотреть на дядюшку рандома, что он нам вообще даст. Мы еще, грубо говоря, в принципе, вы меня можете поздравить, я уже потратил половину самоцветов. Галантный андроид, потрошитель, смотри, подряд пошло. Давай, побольше эпиков. Если бы из вас кто-то еще посчитал, сколько эпиков мы выбили, да, и написал бы в комментариях, допустим, ну, коэффициент на какое, ну, типа, допустим, смотрите, возьмите, пожалуйста, напишите в комментариях, сколько выпало эпиков, и 350 тысяч самоцветов разделите на количество выпавших эпиков. Мы будем понимать вообще, как это удачное видео, неудачное, и Фрости, и на какое количество эпиков Королева Мумий, ну, то есть, какое количество самоцветов надо потратить в среднем на одного эпика, дикарка, вот, и, как бы, вот в комментариях, там, самый такой подробный, статистический, ребята, комментарий ваш, я его закреплю, да, вот, лайкну, там, закреплю, Фрости уже, который распадает. И мы все будем счастливы, друзья. Давай по 450. Звездный боксер. То есть все, типа звездного боксера, дикарка. Звездного боксера можно на вторую эволюцию спокойно прокачивать. Не знаю, может быть, не прокачать. Ну, я сейчас не шарю, но если хозяин там скажет. Я сейчас даже не шарю, как прокачать. То есть нам же добавили, наверное, всякой херни, пока меня тут не было. Вот, и, блин, оп, инквизитор. Так, и если что, я не знаю, может, безумный что-то там, шаман или кто, блядь. Ракшаса выпала! О, как раз повторка нужна была, Ракшаса. Сколько у нас повторок Ракшаса? Нужна еще одна повторка Ракшаса. То есть, смотри, для этого, для звездного говноеда или кто-то, ну, для одноглазого чудовища мы собрали... О, смотри, Ракшаса, надо еще одну повторку Ракшаса. Посмотри, этих трех выбили. Трех. То есть все, это можно сразу на вторую эволюцию. А чтобы Ракшасу пустить на вторую эволюцию, нам нужно, по сути, еще одну повторку выбить. У нас 146 тысяч самов. Вот, ну, тоже можете в комментариях написать, получите или нет. А не забываем про то, что у меня есть телеграм-канал, в котором я ничего не публикую. А, не забывайте про то, что в описании также есть ссылочка на мой контакт. Там, где вы мне не сможете написать, потому что у меня закрыта личка, и я там тоже ничего не публикую. Не забывайте про мой инстаграм, ссылка тоже в описании, но, опять же, очень важный момент, я там ничего не публикую. В принципе, я вас вполне хорошо замотивировал взять и подписаться на мои другие соцсети. Понимаете, я, блин, этот человек-мотиватор от бога, демон-охотник, ёптую, серьезно, сердцеедка, панда-разрушитель, шаман. Пепельная Матрона. Давай, у нас остается 130 тысяч самов. Давай. Оп, оп, ла-лай-ла. Оп, ла-лай-ла-лай-ла. Демон-охотник. Окей, идем дальше. Не останавливаемся, друзья. Хранитель. Ракшаса! Вот! Вот, все. И Ракшаса теперь на вторую эволюцию. Ну и теперь как бы все, хураганим повторки, ребят, хураганим повторки. Звездный боксер еще один выпал. Слушай, новые герои падают. Падают новые герои, друзья, а? На второй день после обновления. Даже в ночь до второго дня. В ночь на третий день после обновления. Колосс, там уже, не знаю, штук 10, наверное, выпало. Рыцарь тьмы, ведьма. Вот тут, блин, наполнится этих эпиков. Инквизитор, здравствуйте, 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 инквизитор. Но мы идем дальше. У нас еще 100 тысяч самоцветов, друзья. 100 тысяч самоцветов. Потрошитель, здравствуйте, паладин. А там, видишь, этих, как бы, повторки хорошо. Можно там прокачивать одну херню, которую я уже забыл, как называется. Но проблема в том, что, наверное, ограничены ресурсы другой фигни, которую я тоже забыл, как называется. Ну вот, рудименты, что ли? Рудиментами вроде это все называлось.
Кэнди, Потрошитель, Ледяной Феникс, давай дальше. Королева Змей, Тритон. 90 тысяч самов, я уже устал. Ракшаса еще одна. Я уже устал, у меня палец болит. Ну, в любом случае, я думаю, что хозяин аккаунта будет более чем доволен. Потому что, как бы, ну а как по-другому? Ребят, скажите мне, пожалуйста, а как по-другому? Секач, здравствуйте. Вот Секач только второй вроде бы выпал, да, за все время. У нас остается 80 тысяч самоцветов и еще ништяки. Ну, ништяки мы откроем только некоторые, которые, ну, по крайней мере, мне интересны. Так, Вермильон, кстати, только один раз, походу, выпал. Тварина такая. Секач, о, третий раз выпадает. Звездный боксер еще... Сколько их там уже? 5, походу. Их, походу, 5, друзья. Королева Мумия, здравствуйте. Но все равно я бы не сказал бы, что... Какое-то разнообразие у нас в эпиках. Призывательниц уже тоже, который раз падает. В целом, да, вот выпал этот герой эпический, и как бы, да, ему на этого героя еще накидают повторок. Но вот как бы про остальных, да, и таких героев на самом деле не так много выпало. То есть он просто, тебе стоит кого-то выбить, и он накидывает повторочки ему. Но при этом не дает какого-то такого, знаешь, должного... разнообразие. Мастера рун, видели, выпал. Вот вроде редкий был, редко выпадает. Ой, блин, вот там сейчас что-то выпало, я пропустил просто. Я посмотрел на левый монитор и такой, типа, о, и оранжевое свечение появилось. Так, князь тыква, оккультист. У нас 48 тысяч самоцветов, друзья. Это финишная прямая, вот самая прямейшая прямая финишная. Просто у нас сегодня... ни минуты покоя, ни минуты балабольства, точнее у нас уже как бы по факту 17 минут балабольства, но все это подогревается бесконечным, друзья, роллингом, за что спасибо демону-охотнику, нет, хозяину данного аккаунта, за то, что предоставил мне аккаунт, за то, что ждал, пока я наконец-то доберусь, все это сделаю, там, пророллю, вот как бы вы, ну, сами понимаете, Афина, Циклоп, Дед Мороз, не останавливаемся, профессор Рибит, Купидон, Ведьма-морозница, кристаллический, наемный убийца, паладин. Твою ж дивизию, 17 минут чистого роллинга. Давай, 27 тысяч самоцветов остается, побольше эпиков. Звездный боксер! Мне это 6-й, походу, или 7-й, может, даже. Демон-охотник, мне прям интересно, сколько. Безумный ученый, здравствуйте. Давай еще эпиков, 22 тысячи самоцветов. 22 тысячи самоцветов, друзья. Просто сегодня приговорили... 350 тысяч самов. Вот безумный ученый. Слушай, вот ну, мне реально интересна статистика. Про нее не забудьте, пожалуйста. Кому не сложно, почитайте героев. Вот, эпических, сколько мы выбили. И посмотрим вообще, как бы... А я уже, я посмотрю статистику, я посмотрю, сколько там на 350 тысяч самоцветов выпало эпиков, посчитаю. Потом тоже в комментариях, если что, дополню, напишу, что вот там, чтобы выбить эпика, требуется 8 тысяч самоцветов. Ну, к примеру, да? Ну, безумный ученый. Ну, знаешь, если, типа, за 10 тысяч на каждые 10 тысяч самоцветов падает один эпический герой, то это неплохо. А мы заканчиваем на Фрее, но не спешите отключать видео, ребят. Не спешите отключать видео, потому что мы заходим сюда... И подводим некие итоги. Эпических героев все-таки мы выпили эпически много. 6 штук вот этого говноеда. Здесь вот как-то с Ракшасой все ровненько получилось. Теперь заходим в подарки. Это все нам не интересно. Нам вот это интересно. И смотри, вот лиса выпала. Хотя, может быть, время прошло, вам и это не интересно. Но по факту, смотрите, там 38 карточек было. Из них выпала только одна лиса. Ну ладно. Дальше по подаркам. Это я ничего не трогаю. Это я тоже не хочу трогать. У меня вот тут мешок вермильона. 45 штук. Ну-ка, открываем. Слушай. Ну, нормально его выпало. 35. Это 58. Ёлки-палки. 64. 104. 131. 148 осколков выпало. Ну, наверное, неплохо. Давай, здесь 11 осколков. И здесь 6. Так. Угу. Понятно.
Ладно, друзья, я думаю, что на этом все. Я вам пожелаю огромнейшей удачи. Те, кто скучал, ждал, а даже если не ждал и не скучал, в любом случае попрошу вас поставить лайк, подписаться или переподписаться, да, чтобы YouTube заработал, давно не выходили видосы, тем более это все ночью. Огромное спасибо вам за поддержку, особенности тем, кто досмотрел до конца. Пишите в комментариях все, что угодно. Главное, без мата, чтобы YouTube автоматически не блокировал ваши комментарии. Всех целую, и там ответьте мне уже на вопрос, битва замков жива еще или нет. Пока.